Сегодня наше мероприятие посвящено дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня 6 июня, как раз исполняется 215 лет со дня его рождения. И мы проводим наше мероприятие ребятами с 51-й школы детского лагеря. Познавательная программа «Дивная сказочная страна Пушкина». Ну, я хочу узнать от деток, что они знают о Пушкине. И какие сказки они знают, что они не знают, я им расскажу. Сегодня мы с вами отправимся в страну, в дивную, сказочную страну Пушкина. Вы хотите отправиться туда? Да! А что надо знать, как вы думаете, чтобы попасть в такую страну? Сказки. Волшебные слова. Море волнуется раз. Ручками. Море волнуется два. Море волнуется три. Корабль в сказку плыви. Море дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит в подступе кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Июня празднуется 215 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Каждый год наш музей проводит различные мероприятия, посвященные дню рождения поэта. Сегодня в нашем музее проводятся экскурсии для всех желающих, а также состоится чтение стихов знаменитого поэта. Будет проходить реконструкция бала времен Александра Сергеевича Пушкина, а также пройдет выступление нашей оренбургской группы «Полярный день». Начал бояться этот пюст еще при жизни Пушкина, но не успел. И заканчивал являться на эту Пасху. Ай, как ты говоришь, Пушкина. Поэтому выражение лица 15 будет. Первый Пушкин. Судьба Александра Сергеевича Пушкина тесно связана с Оренбуржьем. Дело в том, что он приезжал к нам 18 сентября 1833 года. Он приезжал сюда для того, чтобы собрать материалы по Пугачевскому восстанию. И вот после посещения Оренбургского края, города Оренбурга, в Оренбурге он был чуть больше 2 дней, как говорят одни исследователи, другие говорят, что он был чуть меньше 3 дней. И он собрал большое количество материалов и потом уже издал свои знаменитые произведения «Капитанская дочка» и «История Пугачевского бунта». И вот в своих произведениях он рассказывает, какая была Оренбургская крепость. Когда в 1836 году в свет вышло произведение «Капитанская дочка», он написал такие слова, что хочет вернуться в Оренбургские степи, но сделать ему это уже не удалось. Пушкин очень хорошо прославил Оренбургские степи, Оренбургскую крепость, Оренбургский край.